Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. В Ненецкой тундре стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню оленя. Первые торжества уже состоялись на западе региона в общинах кооператива «Канин». Во время праздника прошли традиционные национальные состязания среди оленеводов. Кроме того, впервые в истории округа женщины были удостоены профессионального звания «почетная чумработница». Все подробности в следующем материале. Вместо фейерверка в небо канинской тундры взмывают тензии. Этот жест знаменует начало торжеств в честь главного национального праздника ненцев. Уже через несколько минут здесь огласят имена первых в истории региона почетных чумработниц Ненецкого округа. Профессиональная награда под порядковым номером 1 присвоена Светлане Ануфриевой. Хранительницей тундрового очага кочевница работает почти полвека. Сразу после награждения чумработница отправляется к своему жилищу. Так называемая минутка слабости, когда можно полюбоваться на цветы, что в тундре безусловно редкость, и с гордостью рассмотреть нагрудный знак. В интервью Светлана признается, в молодости покинула отчий чум и хотела остаться в городе, но потом все равно вернулась. Когда я уехала в город, и мне вот во сне все снились олени. И я спросила у одной старушки, говорю, вот мне снятся олени. Она говорит, значит, вы будете с оленями жить. Стирка, уборка и, короче, вот так все. Целый день суматохи, в общем. Без чумработниц здесь, в стойбище, невозможно представить полноценную жизнь кочевников. Ведь женщину у ненцев не только стирают, готовят и убирают, но еще и шьют, носят воду и колят дрова. Одним словом, все хозяйство держится исключительно на хрупких плечах. А мужчины тем временем пасут оленей. Что, кстати, тоже непросто. В любую погоду, будь то дождь или пекло, метель или мороз, они один на один с тундрой. Но это в трудовые будни. День оленя для ненцев – тот редкий случай, когда можно встретиться с роднёй из соседней бригады, обменяться новостями и поупражняться в ловкости. Традиционно во время празднования Дня оленя в тундре выявляют лучших кочевников. Вот, например, здесь оленеводы соревнуются в меткости. Нужно закинуть тензей на хорей. И это, кстати, одна из дисциплин северного многоборья. А еще необходимый навык для оленеводов. Ведь именно тензеем, жесткой веревкой, кочевники собирают оленей на убой. Один из самых метких здесь Алексей Чупров. В этих краях юноша родился и вырос. Потом уехал учиться, а 2 года назад вернулся на родной Канин. Есть возможность в город переехать, но я ближе, наверное, сюда все-таки. А почему? Ну, я здесь вырос, и здесь все-таки роднее, родная земля. Рядом с соревновательной площадкой по метанию тензея – прыжки через ненецкие санки нарты. Еще один национальный вид спорта. Ох, у меня ноги не болят. В этой дисциплине Сергею Волучейскому нет равных. Через огромные сани он перепрыгнул 72 раза. Молодой кочевник уже во второй раз стал победителем. Нету, короче, сложного ничего. Надо как умение, короче, немножко попрыгал и там. Дыхалка. Лучших чествуют аплодисментами, а в награду самым ловким, быстрым и метким – медали и бытовая техника. Теперь оленеводы будут наслаждаться последними теплыми деньками. Впереди у них тяжелый трудовой год. Оленеводческим бригадам предстоит пройти сотни километров бескрайней тундры, выпасти тысячи оленей и пережить еще одну суровую полярную зиму. Впрочем, для кочевников это самая главная награда. Алина Волучейская, Александр Дуркин, телеканал «Север», полуостров Канин.